на этом аккаунте я не был всего лишь один год. 3, 2, 1! Какая же это имба, это просто моя мечта! ТХ! С 4 голдскулами! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня я зайду на мои старые аккаунты, на которых я не был. На первом аккаунте не был 3 года, на втором аккаунте 2 года, и на третьем аккаунте я не был всего лишь 1 год. Поэтому, ребятки, если вы ждали эту долгожданную рубрику, прямо сейчас прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем! Ребят, чтобы понимали, это аккаунт насколько старый, у меня даже в друзьях есть джампер. Вы посмотрите, просто почекайте моих друзей. У всех ID или на двоечку, или на единицу. Просто прикиньте, насколько же это старый аккаунт. Тут даже кого-то забанили за софт. Так, давайте чекнем мой профиль. Ну, естественно, у меня все по нулям, ребят. Вы даже не сомневаетесь, потому что я на этом аккаунте вообще не играл. Не понял. Это мой самый первый аккаунт. Тут как только я скачал Stand-up 2, я играл на этом аккаунте. И на нем, между прочим, есть целых 2700 часов. Ну а прямо сейчас я, ребятки, перейду в инвентарь. Я знаю, что всем интересно, что же там. Мне самому интересно, сколько стоит этот аккаунт, потому что я вообще ничего не помню про этот аккаунт, я на нем не играю. Да-да. Давайте. 3, 2, 1 и... Я уже и забыл, то есть же команда Luxury. Ну да, он недорогой, но это приятный бонус. Акер Дрэгон. Не, ну ребят, тут вообще импулечка просто лютейшая. Посмотрите, то есть у меня на аккаунте всего 4 арканы и все. Больше ничего нету. Просто представьте, насколько же я нищий. Просто ноль. Ничего больше нету. Так, ну чё, давайте смотреть дальше. Смотрим дальше, еще есть. Обалдеть, рарки пошли. Просто представьте меня сейчас с таким инвентарем. Это невозможно. Обалдеть, у меня тупо пошли анкомонки. И чтобы понимали, эти анкомонки, знаете, с какой коллекции? С коллекции Origin. Это действительно мой самый старый аккаунт. Обалдеть, еще и 1,5 косаря на балансе. Так, ну чё, ребятки, давайте я прямо сейчас посчитаю, сколько этот аккаунт стоит, и скажу вам финальную стоимость. Итого! Ребята, ща будете смеяться! Этот аккаунт стоит, внимание, 4000 голдишки! Я не шучу! Просто представьте, с этого аккаунта начиналась великая история кента как ютубера. Ну что же, ребятки, а прямо сейчас мы переходим на следующий аккаунт. Ну а прямо сейчас мы находимся на моем аккаунте, на котором я не был буквально пару лет. 2 года! 2 года назад я последний раз играл на этом аккаунте. Просто представьте, как же мне интересно, что тут есть! Если честно, я вообще ничего не помню. Поэтому давайте все это смотреть. То есть, как мы видим, первое, это старый айдишник, то есть айди на двойку. То есть этот аккаунт был создан примерно лет 6 назад. Я на нем играл на протяжении 4 лет, и последние 2 года я вообще не играю на этом аккаунте в стендов. Так, ну что же, давайте смотреть, что же тут интересненькое есть. Ребята, с вас лайк, подписка. Погнали прямо сейчас смотреть. Первое, что вижу, у меня на этом аккаунте в друзьях джампер. Просто представьте, на этом аккаунте тоже есть джампер. Посмотрите на всех моих друзей. Просто все мои друзья, у всех старые айдишники. Абсолютно у всех. Я знаю, что вам всем интересно только одно, это инвентарь. Просто посмотрите мою статистику. Все, конечно же, по нулям. И видишь, что написано у меня 6 сыгранных игр. Это я играл еще 2 года назад. И с того момента я даже не прошел калибровку до конца. Ну чё, а прямо сейчас мы переходим в инвентарь. Вот тут-то будет самое интересное. Я помню, что, кажись, этот аккаунт был дорогим. Оу, моя бога! Я уже и забыл то, что все это есть у меня на аккаунте. М9 Bayonet Universe. Какая же это импулечка. Я помню, как я покупал этот М9 за 2 косаря. А сейчас он стоит 16к, представьте. А вы М Genesis Statrek? Вы серьезно? Ребят, он стоит 3к. Но самое интересное, тут наклейка, которая стоит Snow Queen. Она стоит 1300 или 400. Давайте даже сейчас посмотрим, сколько стоит Snow Queen. Она стоит 150к. 150к стоит эта наклейка. Я думал, дороже, но тоже очень даже дорого. 150к стоит наклейка. Обалдеть. Походу, я богат, ребята. Я снова не нищий. Дальше мы видим, это у нас что? Это у нас Empire коллекция. Это, ребята, у нас Fable коллекция. Это у нас Furious коллекция удаленная. Это у нас AKR 2 Years. Просто представьте.
представьте, я этот АКР получил из Спаса. А сейчас уже сколько? 7-летие студии. Блин, обалдеть, насколько же это старый аккаунт. Мама дорогая, вы просто посмотрите на все эти скины. Как же это дорого. То есть, вот это, что я вижу, ну, вот это вот все примерно стоит тысяч, наверное, 170. Вот это все, что мы видим, 170к. Плюс 10к на балике, это уже 180к. А теперь идемте дальше. Что же еще интересненько мы тут сможем найти? А поверьте вы мне, интересно тут реально много. Так, 170к. Ну, давайте, это все рарки, мы их даже не считаем, это все рарки с какой коллекции? С Empire коллекции, то есть это действительно очень-очень старый аккаунт. Дальше пошли, камонки, камонки. Но нас, ребята, интересует не это. Нас интересует то, что находится снизу этого инвентаря. Ну что, ребят, вы тоже это видите? 300 уквина, да! 300 уквина, мама дорогая! Каждый из которых стоит по 150к. То есть, вот прямо сейчас у вас на экранах, еще плюс 470 тысяч. Итого 470 тысяч плюс 170 тысяч, что сверху. Это сколько выходит? 640 косарей, прикиньте! Да, я тоже в шоке. 640 косарей. Обалдеть! Как же это дорого! Это мой аккаунт, в котором я не играл 2 года. 640 косарей. А раньше эти 100 уквины я купил, я их реально купил, тысяч по 10 голдишки. А сейчас они стоят 150к! В 15 раз подорожали! Да зачем мне ваша криптовалюта, если есть такие крутые наклейки? Ну а прямо сейчас мы, ребят, переходим на самый крутой аккаунт, на котором я не был всего лишь 1 год. И я скажу сразу, у вас отлетит челюха, поэтому приготовьтесь. Ну а на этом аккаунте я не был всего лишь 1 год. Но я прекрасно помню, что же есть на этом аккаунте. Давайте вначале зацените мой айдишник. Айдишник на троечку, старый аккаунт. Yes, мэнчик. Дальше обратите внимание на медальки. Медальки, ну просто муа, конфетка. Ну а прямо сейчас я покажу мою статистику. Тут, ребятки, естественно, все по нулям. Ну почти все по нулям, потому что я не играл год. И да, я помню, что у меня лежит в инвентаре этого аккаунта. Я вам скажу так, вы сейчас просто будете в шоке. Ребят, на счет 3 я перехожу в этот аккаунт. 1, 2, 3. И... Вы думаете, я просто купил им паркасики, потому что я сошел с ума? Знаете, зачем я купил? Я думал, когда выходила прошлая обнова, что мало ли вдруг разработчики удалят им паркасики, и я буду самым умным, я их закуплю наперед, и они будут у меня в инвентаре. Но, как видите, разрабы удалили все-таки шарп-кастики, поэтому я их купил зря. Но, тем не менее, смотрим дальше. У меня очень много фейбл-кастиков, очень много импар-кастиков, очень много фуриос-кастиков, каждый из которых стоит по косарю. Вы просто посмотрите, как у меня их много, а! 5, 10, 15, 20 штук. Это 20 тысяч голдишки вот так вот на ровном месте. Ну а прямо сейчас, ребята, будет самое интересное. Это у нас Rival кассики. Ну как, не самое интересное, но это тоже очень-очень интересно. Rival кассики. Дальше Скорпион кассики, Шарп кассики. О, пошли Хэллоуин чермаки, ребята. Что, понимали? Я на этом аккаунте не играю. Я его сохраняю как банк. Всю мою голдишку, как у меня есть, я все трачу на этот аккаунт. Посмотрите, сколько у меня тут чермпаков. И каждый из них тут по 5к. Каждый из них стоит по 5к. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 штук. То есть у меня уже почти на 200к этих Хэллоуин чарпаков. Вот прямо сейчас, ребята, просто приготовьтесь. О, давайте так. Я прямо сейчас посчитаю, сколько стоит аккаунт ровно до этого момента. Вот до этого момента, чтобы понимали. 5 minutes later. Итого, аккаунт конкретно до вот этого вот моментика, он стоит 250 кусков. Ну а дальше будет еще интересней. Я надеюсь, вы, ребята, готовы. О, дальше у нас тут перчатки. Да, это все мое. Блин, как приятно на это смотреть. Как же мне это греет мою душу, вы даже не представляете. Киргол! Киргол, ниточки Хармони. Илон Макс, как тебе такое? Пожить, пожить, пожить. Посмотрите, как много пар ножей. Тут есть абсолютно все. Все ножи. Вот все, что есть на рынке, все есть на этом аккаунте. Ну, наверное, только мимикра нету. Но мы можем это спокойно поправить. Обалдеть! Посмотрите, у меня Legacy 3 штуки, Starfall 3 штуки, Керамбитов Клауд 3 штуки. Обалдеть, вот это аккаунт. Ох, ребята, еще есть M9 Bayonet Dragon Glass. Как вам такое, а? Импулечка. Так, ну что же, теперь давайте посчитаем, сколько же стоят все эти ножички. Включай Кирвол и точки Хармони. 5 minutes later. Итого, это все стоит 400к плюс 250к, то что сверху, 650к. Но мы даже не дошли до самого интересного. А вот сейчас приготовьтесь. 3, 2, 1. Ау!
Какая же это имба, это просто моя мечта! АВМ Спорт V2 с 4 дрэгонами! Обалдеть! Насколько же это все круто, ребята! А теперь давайте посмотрим на АВИК ТХ с Оч-Поч-Маком и 4 дорогущими наклейками. Давайте просто ради интереса посмотрим, как это выглядит в руках. Обалдеть! Это нечто невероятное, это просто нереально круто, ребята! G22 Relic 4 самурая! Это моя мечта! Что можно перекинуть на мой основной аккаунт, которым я играю сейчас? Что думаете? Напишите в комментариях! Вот это аккаунт! Вот это импо! Еще Charm Black Spot! Ребят, вы, ну, не удивляйтесь, почему я насколько в шоках, потому что я уже и забыл, что творится на этом аккаунте за целый год. Вау! Вот это USP Genesis! Обалдеть! Мне же интересно, ребята, как вы думаете, сколько стоят вот эти все скины, что прямо сейчас у нас с вами перед экраном? Давайте так, я посчитаю стоимость и прямо сейчас скажу вам ее. Ну что же, ребята, все, что вы видите прямо сейчас на экране, учитывая вот этот замечательный M40 Monster статрек, который стоит только один 120к, все это стоит 420 тысяч голдишки плюс 420. Итого, ребята, 640 плюс 420 это равно 1 060 000. 1 060 000! 1 060 000! Сейчас я говорю сразу, приготовьтесь, потому что все, что видели до этого, это пыль. Вот сейчас вы реально видите дорогой скин. Погнали! Просто погнали! Какая же это имба! ТХ! С 4 голдскулами! Я просто в шоке! Вы знаете, сколько это все стоит, ребята? Один голдскул сейчас на рынке, знаете, сколько стоит? Он стоит 500 000! А там их 4 штуки. Вы понимаете, что сейчас просто, ребята, у вас отлетит челюха? Давайте просто все это еще раз просмотрим, как же это все круто. Я не знаю, какой обалденный аккаунт, ребята. Какая же это имбулечка. Я не могу. Сколько же все это дорого? Давайте посмотрим, просто подержим в руках. Вот это, ребята... Еще Оч-Поч-Мак, еще Оч-Поч-Мак! 4 голдскула, ля, ребята! Инвентарь тут просто конфетка! И самое интересное, тут же не один, тут же, ребята, 2 АКРТХ! 2! 2! Так, ну что же, давайте так, пока у меня не отлетела челюха окончательно, я прямо сейчас вам говорю итоговую стоимость всех этих скинов. Вот сейчас вы просто не поверите своим ушам и глазам. Ну что же, ребята, итого, я посчитал, сколько все это стоит. Просто приготовьтесь. Итого, все, что мы видим прямо сейчас на экране, стоит плюс 2 миллиона голдишки! Вы просто посмотрите на все эти скины, обалдеть. Ну, конечно же, самое дорогое, что есть в этом, это, ребята, АКР ТХ с Оч-Поч-Маком. Плюс 2 миллиона. Итого, данный аккаунт на данный момент стоит 3 миллиона 60 тысяч голдишки. Ох, ребят, давайте идем дальше. Просто посмотрите на все эти наклейки. У меня тупо нет слов. Какая же это имба. Идемте дальше. А тут мы, ребята, видим еще кучу интересных скинов. MP45 Beast с 4. Блин, я забыл, как называется. А, Infernal Infernal'ами. Да, типа, ну, не самое красивое сочетание. Ну, эти наклейки стоят по 25к, на секундочку. Обалдеть, АВМ Туерс. А вот это уже реальная имбулечка. Так, ребятки, давайте смотреть дальше. АВМ Секербомб, куча АВМ Секербомбов, куча М60 Гронжей. Обалдеть, я просто год не был на этом аккаунте. Я захожу, я уже богат. Я тупо даже не миллионер. Я, ребята, долларовый миллионер в стендофе. Я даже не знаю. Вы знаете хоть кого-то богаче меня? Вы знаете хоть одного ютубера, который аккаунт дороже? Вы сейчас напишите, Терс? Нет, у Терса уже нет его аккаунта. Это реально самый дорогой аккаунт Сендофи, походу. Даже дороже аккаунта ТикТака. Да, у него куча дорогих скинов, но у него, ребята, там, ну, все дешевое. А тут прям такие наклейки. Ох, я сейчас посчитаю, сколько все это стоит и напишу вам. Я просто, ребята, в шоках. Я невероятно рад. Я долистал до дорогих наклеек. Посмотрите на все это. Я богат! Вы представляете, сколько это стоит? Вы просто представьте, сколько это все стоит. Обалдеть, это все мое! У меня даже есть стикеры 4 years. Прикиньте, обалдеть. Ну что же, ребята, прямо сейчас вам скажу итоговую стоимость этого аккаунта. Я надеюсь, вы готовы. Ну что же, ребята, прямо сейчас вам скажу итоговую стоимость этого аккаунта. Я надеюсь, вы готовы. 2 hours later. Вы просто посмотрите на всю эту красоту. Итого, ребят, данный аккаунт стоит 4 миллиона 100 тысяч голдишки. Это нечто невероятное. Ух, ребят, вот это аккаунт. Это просто какая-то имба. Посмотрите на все эти брелки, на все эти скины, на каждый.
каждом скине есть куча крутых наклеек. Короче, ребят, давайте так. Еще есть, прикиньте, трек 5-7 Poison. Знаете, сколько он стоит? Он сам по себе стоит только 60к, а там еще и наклейки, то есть 1100. Короче, брата, давайте так. Я готов вам подарить вот этот вот дробашник романсер прямо сейчас бесплатно. Если вы прожмете лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что именно там я разыграю этот некромансер. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока.